Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети. Законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете внесло в Госдуму правительство Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что документ был одобрен на заседании еще в декабре. По информации издания, его подготовили в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина. Согласно документу, теперь пропаганда наркотических и психотропных средств, а также растений, которые их содержат в интернете, будет караться штрафом. Отметим, что сумма для граждан будет достигать от 5 до 30 тысяч рублей, а для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Юрлица будут платить от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!